Сколько нужно опыта для прохождения новой подветки Италии World of Dance? Всем, ребят, привет! Вы находитесь на канале Владислав Шендяпин. Сколько нужно опыта для прохождения новой подветки Италии World of Dance, которая будет в новом обновлении? Сколько опыта нужно для прохождения новой подветки ТТ Италии с механизмом доработанного механизма дозарядки только у 8 по 10 левел в патче 1.11.1 World of Dance? Цифры показаны, если исследовать все только напрямую сквозным способом, пропуская ненужные модули. Обозначение level, название, ровно столько стоит только сам танк. Отдельно исследовать сумма с предыдущими значениями и модулями, если идти напрямую сквозным способом, пропуская ненужные модули. Седьмой левел. Это кара до сам толпы 88, 57 тысяч 750 опыта. Это опыт можно заработать, можно заранее накопить на P43 бис. Открытие идет после двигателя. Восьмой левел. Проджеты CC55 мод 54, про который я недавно уже рассказывал. Нужно 87 тысяч 200 опыта. Либо 177 тысяч 450. То есть 7 на 8 общее. 9 уровень. Проджеты C50 мод 66. 150 тысяч 190 опыта. Либо общая сумма 352 тысячи 640 опыта. И 10 уровень Риноки Ронтне. Название очень дичайшее. 209 тысяч 860 тысяч. Либо 649 тысяч 500 опыта, это полностью. 400. Ну да, это полностью учитывая 7, 8, 9, 10. То есть вся новая ветка у нас выходит в 649 500 опыта. Вся подветка полностью напрямую с модулями, начиная с исследования самого 7 уровня. Карра до Сантла P88. Но можно сэкономить на P43 бис 57 750 опыта. Вот она, эта новая подветка будет. 43 он, но здесь у нас вот она. Скара идет с биса. Начиная с кара. У нас 7, 8, 9 и 10. Проджета 66, 54. Кара P88. Рено Керон. Название просто не выговорить. Вот у нас 7 уровень и 10 уровень. Всем спасибо, ребят, за просмотр. Подписывайтесь на канал, кто еще не подписан. Лайк, подписка, колокольчик, все уведомления. И до скорого. Кто желает, может оформить спонсорскую подписку на канал. До скорого всем. Набираем 20 лукасов, и следующее видео не заставит себя ждать. До скорого.